Место для аллеи славы нашлось. В администрации приняли решение высадить деревья, которые наш город выиграл во всероссийской акции. Это 300 кленов, 200 туй и 100 можжевельников в московском микрорайоне. По всем критериям этот участок идеален. Под ним нет коммуникаций и строить на нем ничего не планируют. К тому же в московском давно хотели создать сквер, чтобы мамочки с колясками не гуляли вдоль дорог. В мэрии также обдумывают благоустройство сквера, но когда на это будут деньги? Высадка деревьев запланирована на 6 мая. Начало акции в 10 утра. Администрация со своей стороны обеспечит необходимое оборудование для посадки. Вот. А так мы рассчитываем очень на помощь волонтеров, потому что дело такое, скажем, угодное всему городу. И было бы замечательно, если бы общественность активно подключилась к этому процессу. Сейчас для организации этого процесса на сайте администрации у нас размещена ссылка на страницу ВКонтакте, где, собственно, можно получить всю необходимую информацию, чтобы принять участие в этом деле.